Роман, скажите, по итогам игры, довольны ли вы результатом? Результатом мы категорически недовольны. Такую команду нужно обыгрывать. Нам не на руку сыграло то, что провели. То, что большая пауза очень была. Выбились из тонуса. В феврале мы только начали подготавливаться. В общем, такого соперника обязаны были обыгрывать. А по первому тайму почему не смогли реализовать моменты? По первому тайму очень нас косило то, что удалили у нас Тищенко. За такой момент нельзя удалять сразу, тем более на первых минутах. Но там максимум фол тянул на желтую карточку. Я понял. Судья сам решил. Все, спасибо.